Каин бессмертен. О нем ходят легенды. И только немногие знают, он был когда-то смертным. Однако презрение к человечеству заставило его создать меня и моих братьев. Я Райзли, первый из его слуг, и я служил ему вечность. Я и мои братья стояли с ним на заре Империи. Вместе мы вели армии, что покорили Носгуд. На протяжении времени мы теряли человеческое и приобретали что-то божественное. И все это время Каин первым приобретал новые возможности. Через несколько лет после хозяина мы бы стали развиваться. Пока я еще не удостоился превзойти своего господина. Я знаю тебя, Розел. Ты достоин. Что это за безумие? Что это за ужасное тело, в котором я нахожусь? Смерть была бы лучшим выходом из этого страдания. Ты не смог выжить в бездне, Розель. Я просто сохранил тебя от полного растворения. Я бы лучше сгорел, чем жить так. Выбирать не тебе. Я уничтожен. Ты перерожден. Твари, созданные королем, это ловушки для эссенции жизни, для души, которая оживляет тело, в котором вы живете. А это, Розиэл, смерть для Носгота. Нет равновесия, души мертвых остаются в этом мире. Я не могу бросить их в вихрь судьбы. И они не могут завершить то, что им предначертано. Спаси себя. Или, если тебе так угодно, отомсти за себя. Закончи свой спор с Каином. Уничтожь его и твоих братьев. Освободи их души, и пусть вихрь судьбы снова оживет. Пусть твоя ненависть поможет похитить им души, а я буду тебе помогать. Стань моим похитителем душ, моим ангелом смерти. Эти ворота сокращают пространство, прокладывая путь через расстояние.